Дарья Анатольевна. Я проживаю в Республике Крым. Мне 19 лет. Прежде всего, молодая гвардия для меня – это семья, сплоченность и поддержка. Молодые люди, объединенные общей идеей и целью воспитания патриотизма и лидерства. А также это путь к самореализации и получению опыта в проектной деятельности. Я считаю, что к 2020 году Всероссийская организация «Молодая гвардия. Единая Россия» качественно расширит свои границы и получит возможность представления интересов молодежной политики как субъекта государственной структуры. Школа тренеров идеологов, безусловно, является для меня интересным проектом, где участники смогут получить новые знания и навыки для реализации себя как лидера.